Представляем вашему вниманию мойки воздуха AICXJ-256, AICXJ-277, AICXJ-225. Эти современные устройства предназначены для поддержания оптимальной частоты и влажности воздуха внутри помещения. При помощи технологии гидрофильтрации, ионизации, воздушной фильтрации, ультрафиолетового воздействия. Также все три модели имеют одинаковые свойства и характеристики. Рассмотрим на примере только один прибор из этого модельного ряда – воздухоочиститель AICXJ-256. Единственное отличие от остальных моделей заключается в наличии у AICXJ-256 жидкокристаллического дисплея и функции ночного режима. Основной принцип работы прибора – гидрофильтрация, более известная всем как мойка воздуха. Технология гидрофильтрации представляет собой процесс прохождения воздуха через воздушно-водную дисперсию в зону восстановления, где проходит эффективная очистка, увлажнение и деструкция вредных примесей. Это позволяет эффективно произвести очистку воздуха и увлажнить помещение, удалить мельчайшие частицы пыли, аллергены, ликвидировать посторонние нестойкие запахи. Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных на корпусе. Для включения прибора нажмите на кнопку питания On-Off. Прибор включится и начнет работать на низкой скорости производительности. Нажимая на эту кнопку еще раз, прибор перестанет работать. Нажав на кнопку Anion, вы включите функцию ионизации, которая обладает многими преимуществами, в том числе обновление организма и устранение усталости. Для регулировки производительности нужно последовательно нажимать на кнопку Airflow, что приведет к ускорению работы двигателя, тем самым увеличивая скорость очистки и увлажнения воздуха. Доступны три режима работы – низкий, средний, высокий. Во время работы устройства на дисплее будут мигать капельки в виде ниспадающего потока воды. Интенсивность соответствует выбранному режиму производительности. Семицветная подсветка. Нажав на кнопку Lampion, подсветка начнет переливаться, последовательно меняя один за другим 7 цветов. Нажав на кнопку еще раз, подсветка погаснет. С помощью кнопки UV Lamp включаются ультрафиолетовые диоды, которые активизируют процесс фотокатализа. Взаимодействие ультрафиолета с оксидом титана, который нанесен на специальный пористый фильтр, вызывает процесс фотокатализа, что позволяет очищать воздух от различных химических веществ, уничтожать неприятные запахи и вирусы. Нажав кнопку еще раз, данная функция перестает работать. В данной модели предусмотрена функция ночного режима. При нажатии на кнопку Sleep Mode прибор перейдет в режим низкой скорости работы вентилятора и подсветка погаснет. Через 5 секунд также погаснет дисплей на панели управления, за исключением символа, обозначающего ночной режим. Верхняя часть корпуса легко снимается. Под ней находится уплотнительное кольцо с каталитическим фильтром, циркуляционный нагреватель воды, корпус водостока и бак для воды. Объем резервуара составляет 4,5 литра. Мойка воздуха способна очистить и увлажнить воздух в помещении площадью до 25 квадратных метров. Весит прибор всего 3,5 килограмма, что значительно облегчает его перемещение по комнатам. Мойка воздуха AICXJ-256 – это правильный выбор для людей, которые заботятся о здоровье своих близких.